Yamaha FZR-1000 спортивный мотоцикл, выпускавшийся с 87 по 95 год. Для своего времени он отличался выдающимися техническими характеристиками, а в 89 году даже заслужил звание лучшего мотоцикла десятилетия, причем более чем заслуженно. Это действительно очень удачная модель. Впервые выпущенный в 87 году, уже спустя 2 года, FZR-1000 был модернизирован, получив систему X-Up, обновленный мотор и ходовую. В 91 году был произведен рестайлинг, и двойная фара сменилась на одинарную, а вилка-телескоп была заменена на вилку перевернутого типа. В 94 году спортбайк снова получил новую вилку, улучшенные тормоза и новую сдвоенную фару, но уже спустя год его сняли с производства. Впрочем, именно FZR-1000 стал прародителем легендарной Yamaha R1. Соперничая с литровым Джиксером и с Kawasaki ZX-9R, мотоцикл выступал с ними на равных, как минимум. Заключенный в диагональную алюминиевую раму рядный 4-цилиндровый 20-клапанный мотор жидкостного охлаждения выдавал впечатляющие 145 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. И все это, заметьте, четверть века назад. Его мотор, конечно, любит высокие обороты и отдает максимум на 10 тысячах, но при этом Yamaha FZR-1000 едет в нижнем и среднем диапазоне оборотов лучше многих конкурентов. Разгон с нуля до сотни 2,9 секунды. Максимальная скорость более 270 км в час. Как и большинство других литровых спортбайков, FZR-1000 можно назвать мотоциклом крупным и довольно тяжелым. Впрочем, использование легкосплавной рамы помогло избавиться от лишнего веса, так что сухая масса мотоцикла составляет менее 215 кг. В силу габаритов сидеть на нем удобно людям с ростом от среднего и выше, так как у невысоких мотоциклистов могут возникнуть проблемы с тем, чтобы достать ногами до земли. А это необходимо, так как центр тяжести Yamaha FZR-1000 расположен высоко, и все килограммы этого байка отлично чувствуются, особенно в статике или на невысокой скорости. Впрочем, стоит тронуться и понимаешь, почему он пользовался таким успехом. На ходу FZR-1000 управляется едва ли не идеально, с легкостью меняя направление движения и играючи вписываясь в затяжные повороты. При подобных маневрах никакого воблинга не замечено, колеса словно приклеены к асфальту. Посадка типично спортивная с наклоном вперед. Не всем будет удобно обнимать коленями широкий бензобак, зато развитое пластиковое оперение великолепно спасает от встречного ветра на любой скорости. А приборная панель хорошо читается в любом положении и в любое время суток. Бензобак Yamaha FZR-1000 вмещает в себя 19 литров бензина, неплохо, учитывая, что при агрессивной езде расход легко может превысить 10 литров на 100 км, но при спокойных покатушках он колеблется возле отметки в 7 литров на 100 км. Впрочем, ни это, ни отличная ветрозащита не превратят этот радикальный спортбайк в спорт-туриста. Спустя пару часов устают спина и ноги, и очень хочется слезть с мотоцикла и хорошенько размяться.
Сиденье тоже не назовешь комфортным, но оно по крайней мере не скользкое. Спортивные жесткие подвески тоже не добавляют ощущения уютного домашнего кресла и не дают расслабиться, но это же спортивный мотоцикл, на котором, кстати, перевернутого типа вилка регулируется по преднатягу, а задний моноамортизатор и по преднатягу, и по отбою. Ходы подвесок достаточно короткие, но настроить подвеску под свой вес и стиль езды можно без проблем. А вот тормозная система Yamaha FZR1000 последних годов выпуска вызывает восхищение и бурные овации. Задний 240-мм тормозной диск с двухпоршневыми суппортами ничего особенного себя не представляет. А вот передние 310-мм диски с шестипоршневыми суппортами на каждом – это нечто. Останавливается мотоцикл как вкопанный, не говоря уже о том, что он очень эффективно тормозит двигателем. За годы выпуска Yamaha FZR1000 обзавелся целой толпой поклонников, которые оценили сочетание безумной мощности и плавной динамики. На этом мотоцикле одинаково приятно как неспешно прокатиться по городским улицам, так и рывком положить стрелку спидометра далеко за отметку в 200 км в час на пустынной трассе. Да и на гоночном треке он способен утереть нос многим современным соперникам, несмотря на преклонный возраст. Главная проблема — найти FZR1000 в нормальном состоянии, учитывая, когда он был снят с производства.